Ветеранов афганской войны поздравили и в Иловайске. Вчера в преддверии праздника слова благодарности в адрес воинов-интернационалистов звучали на торжественном мероприятии в городской библиотеке. Непринужденная обстановка, тесный круг друзей, песни под гитару о той далекой войне, а в песнях армейские термины – 300-й, груз-200, зеленка – термины, которые в ходу и на войне нынешней, и которые уже не вызывают вопросов у жителей Донбасса. Я, наверное, как никто, понимаю вас. Для меня не пустые чувства, не пустые слова, люди, обожженные войной. Я поздравляю вас с тем, что 28 лет назад вы вышли из этого ада. Разделяю с вами скорбь о тех, кто остался там. С праздником вас, братцы! За 110 месяцев через военную службу в Афганистане прошли 620 тысяч человек. Около 15 тысяч погибли, выполняя интернациональный долг. Павших воинов почтили минутой молчания. По окончанию торжественного собрания участники встречи переместились в актовый зал Иловайской школы искусств, где юные музыканты и вокалисты подготовили для гостей небольшой праздничный концерт. Активисты местного отделения общественного движения «Донецкая республика» вручили ветеранам афганской войны продуктовые наборы.